Итак, дыхание Уджайи. Любая удобная поза, чтобы спина была прямая. И первым этапом мы чувствуем свое дыхание. Понаблюдайте, как тело дышит. И на вдохе начните произносить звуки СО. На выдохе хам. СО. На втором этапе закрываем рот и делаем все то же самое. Можно прикрыть глаза. Хорошо. И третьим этапом растягивайте, наблюдайте за дыханием, растягивайте вдох и выдох, делайте их равными друг другу и слушайте свой вот этот внутренний звук и наблюдайте, что происходит. Сделать можно в любом месте, в любое время, в том числе во время занятия йогой. Удачи!